Сегодня состоялось очень знаковое мероприятие. В московской гостинице «Националь» Международная ассоциация исламского бизнеса устроила свою презентацию. И хочу сказать, что это прошло очень успешно. Собраны интересные люди, люди с большими возможностями. Что отличает исламский бизнес? Это честность, это порядочность, это ответственность перед Всевышним. И, конечно, учитывая, что процент исламского населения и активного исламского населения в нашей стране велик, мы возлагаем на деятельность этой ассоциации под руководством Марата Кабаева очень большие надежды. Кроме того, Россия на международной арене снискала огромный авторитет в исламском мире и своими успешными действиями в Сирии, и поддержкой наших друзей на Ближнем Востоке еще советских времен. У нас очень много потенциальных деловых партнеров в исламском мире. Но сейчас наши возможности расширяются, и области ислама принадлежат богатейшие государства, начиная от султаната Бруней и кончая Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. И, конечно, такая структура, как Международная ассоциация исламского бизнеса, очень нужна. И прекрасно, что она появилась, она привлекла интересных людей, у нее огромные планы и внутри страны, и на международной арене. И хотелось бы пожелать ей успеха, а мы, каждый в своем личном качестве, будем помогать.